Здравствуйте, друзья! Я Вера Смирякова. И в этом уроке я вам покажу, как установить анимированные кнопочки социальных сетей на вашу открытку. Вы скачаете вот такой архив. Его нужно будет разархивировать. Нажимаем правой клавишей мыши «Извлечь файлы». Дополнительно «Удалять всегда» для того, чтобы архив сразу удалился, и нажимаем «Ок». Архив у нас удалился, и на рабочем столе появилась вот такая папочка. Мы ее открываем, еще раз открываем. Здесь у нас папка 642 «Инструкция по установке и скрипт кнопок». Мы копируем папку 642, выделяем, копируем, идем в папочку с нашей открыткой и вставляем. Давайте посмотрим, что в этой папочке. Открываем здесь кнопки и текстовый документ. Эту папку заархивируем, выделяем, добавить в архив, архив zip. Окей. Теперь откроем инструкцию. Открываем. Здесь написано. Закинуть папку 642 на свой хостинг в папку с открыткой рядом с индексным файлом. Теперь идем на свой хостинг, нажимаем на домен. Файловый менеджер, нажимаем на домен, еще раз нажимаем, паблик HTML и ищем папочку с нашей открыткой. Открываем эту папку. Здесь у меня уже загружена папка Images и индексный файл. Теперь нам надо загрузить папку 642. Для этого мы загрузить файлы. Выбираем. Выделяем папку 642, которую мы поместили в архив. Открыть. Теперь выделяем эту папочку 642, распаковать. Вот у нас появилась папка 642, архив удаляем. Окей. Дальше мы открываем скрипт кнопок. Здесь вы вот этот пункт до открытки заменяете на свой. Я копирую этот скрипт. Копировать. Идем в открытку. Чтобы поставить кнопочки на открытку, нужно создать таблицу. Нажимаем таблицу. Ставить таблицу. Строк выбираем одну. Ставьте одну. Я выберу по центру. Задать ширину в точках. Здесь ставим 450. Окей. Ставим курсор в таблицу. Выбираем по центру. Переходим во вкладку «Код». Здесь курсор мигает. Ставить. Переходим в конструктор. И вот у нас появилась таблица и код. Давайте просмотрим. Для этого мы нажимаем «Файл», «Просмотреть в браузере», сохраняем изменения. Кнопочек пока не видно. Закрываем, идем в панель управления. И теперь давайте загрузим индексный файл. Снова для этого мы кликаем «Выбрать». Выбираем индексный файл, «Открыть». Файл индекс HTML будет перезаписан. Нажимаем «Подтвердить». Теперь берем путь до нашей открытки. Копировать. Открываем новую вкладку. Ставить. Вот такие замечательные кнопки социальных сетей я приготовила для вас. Пользуйтесь на здоровье, и пусть ваши открытки радуют друзей и знакомых. А на сегодня у меня все. С вами была Вера Смирякова. Пока-пока.